С вами Gobzor.com, и сегодня героем нашего обзора будут новые наушники от компании Creative SX-Fi Gaming с поддержкой технологии SuperX-Fi. Наушники уже появились в российских магазинах. Здесь у нас есть, помимо реалистичного объема на звучание, также микрофон Commander Mic. Стоит плюс-минус 11-12 тысяч рублей в зависимости от магазина. И перед тем, как начать, мы хотим анонсировать конкурс. Среди зрителей этого обзора мы разыграем браслет Mi Band 5. Для участия нужно писать свое мнение по гарнитуре в комментариях, и на следующей неделе в пятницу мы отправим этот браслет к вам. Стартовый набор включает различную документацию, кабель USB Type-C, переходник на полноразмерный USB, съемный микрофон и аудиокабель. За основу для корпуса взята Creative SX-Fi Air, которую мы в свое время заслуженно признали лучшими среди беспроводных моделей в полноразмерном формате. Но визуально конструкция была доработана и улучшена с учетом эксплуатации в паре с компьютером или другими типами устройств. В основе используется пластик с матовым покрытием, он не подвержен загрязнению следами пальцев. На чашке нанесен радиальный схематичный рисунок, и этот элемент Creative SX-Fi Gamer подсвечивается многоцветной подсветкой. Цветом можно будет управлять при помощи программного центра. Опции синхронизации с сторонними решениями производитель пока не предлагает. Еще одна зона с подсветкой интегрирована в капсулу микрофона, он отображает текущий рабочий статус. Чашки круглой формы, амбушюры выполнены из эко-кожи с мягким наполнителем внутри. На ткани, защищающей решетку динамика, нанесены пометки по правой и левым сторонам. Оголовье широкое, направляющее для изменения длины обхвата, выполнено из металла. Само оно обтянуто эко-кожей. Оголовье устойчиво к деформациям и изгибам, но злоупотреблять, конечно, этим не стоит, а грехов в качестве сборки не наблюдается. Элементы управления и разъем сосредоточены на левой чашке. Тут барабан регулировки громкости, кнопка микрофона и активация SX-Fi. Для подключения основным используется USB Type-C. Кабель с защитной кевларовой оплеткой идет в комплекте, и есть запас по длине. Альтернативным вариантом является аудиокабель, и там тоже кабель уже идет. Но стоит учесть, что при подключении аудиокабеля не предоставляются все возможности управления звучанием. Это скорее резерв. В комплект идет съемный микрофон с гибкой ножкой. Внимание обращает на себя интересная форма капсуля. Несмотря на то, что наушники можно использовать сразу после подключения к разным типам устройств, рекомендую для начала загрузить приложение на ваш смартфон. И оно будет необходимо после авторизации уже создания аккаунта для сканирования головы и ушных раковин, правой и левой в отдельности. Эти данные в последующем вносятся в профиль и используются в качестве основы для индивидуальной настройки звучания. Помимо этого, приложение может быть полезно при прослушивании музыки со смартфона. Тут есть эквалайзер с готовыми пресетами и ручными настройками, а также встроенный плеер. Далее, если Creative SX-Fi Gaming предполагается использовать в паре с ноутбуком и компьютером, загружаем утилиту SX-Fi Control. В ней можно будет провести уже ваш созданный аккаунт, авторизацию, и данные с этого аккаунта будут учтены в программе. Эквалайзер для классики, игр, кино и пресетов плоского звука. Есть ручные корректировки по разным частотным диапазонам, отдельные регуляторы для низких и высоких частот, вкладка управления подсветки, выбор цветов из палитры RGB. Звучание SX-Fi нам понравилось еще при первом знакомстве и последующем с наушниками, и с этой поддержкой мы использовали в качестве основных. Напомню, что у нас на тестах была Creative SX-Fi Air, наушники используем сейчас. Здесь, в отличие от большинства игровых гарнитур, он сбалансирован хорошо на всем диапазоне частот, без перекоса в нижние частоты. Это тоже заметно влияет на общее восприятие звука. Выразительная звуковая сцена, детализация даже в самых мелких деталях. Хорошо работает не только в играх, но и при прослушивании музыки и просмотре фильмов. Посторонних шумов замечено не было. Также звучание Creative SX-Fi Gamer в играх заметно преображается при активации режима Battle Mode. С ним улучшается позиционирование противников на карте, также повышается общее внимание к деталям, к мелким, которые другие гарнитуры могут просто не передавать. В плане подключения они универсальны. Компьютер можно подключать как USB Type-C, который часто на материнских платах не используется, так и к полноразмерному USB-переходник есть в комплекте. Это же касается современных ноутбуков и ультрабуков, там чаще всего вообще только USB Type-C. За время тестов мы подключали к смартфону OnePlus 8 Pro, тоже через USB Type-C, тоже определилось корректно. А также геймпаду Sony DualSense, но к DualSense нужен уже аудиокабель, и тут не все возможности. На голове сидят удобно, без излишнего давления. Есть все необходимые регулировки, обеспечивается хороший уровень звукоизоляции. Подойдут пользователям разного возраста, включая подростков. Микрофон Commander Mic передает голос без искажений. Да давайте просто посмотрим, как это работает в реальных сценариях. Сейчас вы видите на экране программу Adobe Audition. У меня одеты на голове наушники Creative SX-Fi Gamer. Это наушники, соответственно, которые мы можем настраивать как с помощью центра, который нам предлагается. И здесь мы в данный момент будем использовать заводские настройки
которые изначально идут в гарнитуре, для того, чтобы вам было проще понять, на что эти наушники способны. По наушникам здесь у нас есть возможность микшера, мы можем регулировать мощность. Напомню, по ссылке есть текст-обзор, там можно посмотреть пример записи в полном тайминге. Creative SX-Fi Gaming – лучшие игровые наушники с проводным способом подключения по соотношению стоимости, качества звучания и эргономики. Super X-Fi предлагает сбалансированный индивидуальный звук в зависимости от формы головы и ушей. Микрофон с чистой передачей голоса, детальные настройки на смартфоне, планшете, компьютере, ноутбуке, альтернативный вариант с аудиоразъемом и кабель в комплекте. На устройстве может отсутствовать синхронизация с остальными компонентами подсветки. Но тут уже и самая подсветка может быть не совсем нужной. С удовольствием обсудим с вами Creative SX-Fi Gaming. Лайк, подписка приветствуется. Всем спасибо и пока-пока.